Ребят, всем доброе утро. Следующий день, он похож на то, что мы пребываем в каком-то дне сурка. Каждое утро начинается дождь, потом он пропадает, потом появляется снова. И так это вот длится до вечера, поэтому не всегда весело, позитивно, бывает немножечко и тоскливо. Вот мы только собирались выйти на этом прекрасном судне, покатать Мишку хотели. Вы же знаете, какой Мишка у нас романтик. Да, великий покатун. Великий покатун, да. Хотели поснимать это все с коптера, вот, взяли с собой коптер, все, и ливанул дождь. Мы быстренько затантовались, и сейчас имеем возможность рассказать вам, показать что-то в лодке. Уважаемые зрители YouTube канала Герасим Шерп, во-первых, рад вас приветствовать. Во-вторых, очень благодарен с каналом. Я знаком не регулярно, а эпизодически, потому что там действительно публикуются очень интересные материалы. И заочно испытывал очень позитивные чувства по отношению к его создателям. И вот, волею судеб, мы оказались вместе, запертые дождем на одном маленьком кусочке воды и суши. Уж не знаю, чем вызван интерес к моей скромной персоне и моим скромным творениям, но Герасим попросил рассказать о том, где мы сейчас находимся. Полагаю, что минута через три вы выключите свои компьютеры, потому что это будет долгий, занудливый рассказ старика, который рассказывает о том, как он из спичек собрал домик. Тем не менее, рискну. Философия катера заключалась в том, что, во-первых, создать катер, стилизованный под 60-е годы, и люди старшего поколения наверняка здесь узнают полированные румынские стенки, которые были когда-то мечтой, скругленные углы, все то, что являлось фетишем для людей 50+. С другой стороны, конструкция катера и вся его идея состояла в попытке создать микрокрейсер, на котором один, максимум два человека могут без особого отрыва от городского комфорта просуществовать достаточно долго. Ну, в идеале, и практика показала, в районе месяца-полутора, при этом не испытывая неудобств, связанных с большим кораблем, а именно не имея большой осадки, чтобы можно было забраться в любую лужу, подойти к любому берегу. И иметь относительно приемлемую скорость передвижения, не расходуя на это какие-то сумасшедшие тонны топлива, которые характерны для 20-30 метровых мега-яхт. Таким образом, общая идея, полагаю, понятна. Ну, начнем с деталей. Катер имеет 6,5 метров в длину и 2,5 метра ширину. Корпус катера был изготовлен в далекой Швеции в 1969 году и был моей мечтой на протяжении, ну, скажем так, с моих лет 8, собственно, даже известно когда, с моих 8 лет, ну и до тех пор, пока я не купил корпус где-то в Германии и не реализовал свою мечту на уровне современных материалов и технологий. Все это хозяйство передвигается благодаря 250-сильному двигателю, который, сейчас посмотрим, кстати, давно в нем не был. Это 225-сильный Меркрузер, который верой и правдой служит уже 4-й год. И дай ему Бог здоровья. Единственное, это не его детали, это вот эта бомба, которая является системой пожаротушения. У нее есть вот такой веселый хвостик, это Бикфордов шнур. Если, не дай бог, что-то загорится, то она взорвется через полторы секунды и погасит все это хозяйство. Здесь же находится система водоснабжения, но она скрыта кранцами. Находится печка Вебаста, находится бойлер. Ну и куча насосов, которые обеспечивают систему жизнеобеспечения. Это насосы питьевой воды, насосы горячей воды, холодной и прочее. Вообще на судне две системы водоснабжения. Одна из них питьевая вода, здесь бак на 100 литров, и система забортного водоснабжения и горячего и холодного, которые работают на два душа. Большой душ, гигиенический душ и на кухню. Место пребывания экипажа, как правило, на этом диване и за этим столиком, на этой сидушке. В целом очень удобно расположиться здесь до 4 человек. Трое сидят на кормовом диване, мое капитанское место, как правило, здесь. И, в общем, всем хватает и места, и площади столов. Сначала был один столик, потом стало ясно, что этому человеку есть удобно, а этому неудобно. Поэтому специально для третьего пассажира здесь отдельный столик, куда можно поставить рюмочку. Как правило, здесь же и готовится какая-то серьезная еда, потому что сейчас мы перейдем к кухоньке, там реально можно кофейку согреть, там сварить яички, а что-то серьезное делается на плитках, которые ставятся сюда. В столике есть ящички. Вот такие. С одной стороны можно повернуть столик, с другой такой же ящичек. Кстати, такой красивый, полированный. Здесь же находится раковина. В раковине, как видите, здесь горячая, холодная вода, питьевая вода и дозатор для мыла. Вот. Все это ночью подсвечивается, можно поставить в разные положения, благодаря сидению, и очень удобно в любое время суток. А здесь сюда ставится влажная посуда, она стекает сюда, и здесь проходит первичное высыхание. Вот. С другой стороны находится, видите, унитаз. Здесь и бар, он же одновременно и бар в походных условиях. Вот. Здесь с успехом можно пописить, покакать и подмыть писью и попу горячей водой, что очень удобно. И, в общем, совершенно себя оправдала, в отличие от попыток на катерах делать закрытые туалеты, как у уважаемого Герасима. Вот, потому что я старый, толстый, мне очень тяжело складываться до размеров туалета. Ну, дальше, наверное, мы повернемся. Да, здесь же расположен здоровый рундук, в котором хранятся, ну, какие-то еда, бакалея, да, на дверце кофе, чай. А реально, вообще, емкостей на судне хватает для полуторамесячного полностью автономного пребывания двух человек. Потому что куча всяких бардачков внизу, справа, слева, под балами. Далее поднимаются сиденья. Кстати, удалось сделать очень остроумную конструкцию сидений. Вот сиденье чуть приподнимается, и спинка складывается. Чуть опускается, хоп, и встает на свои фиксации. Это ваша разработка? Это, да, наша разработка. Да. Вот, здесь же находится холодильник. Ну, холодильник достаточно стандартный, ничего нового. И отделение под водителем. И наше отделение для посуды. Здесь сковородки, миски, ложки и прочее. Ну и то место, без которого не мыслил ни один катер, это, собственно, каюта. Прошу прощения, она сейчас находится в том состоянии, в котором я живу. Вот здесь у меня библиотека. Как правило, за отпуск я читаю метр книг. Вот этот метр вы видите. Телевизор, который никогда дело не доходит, потому что включают, потому что есть книги. Вентиляторы, которые, в общем, вполне в самую жаркую погоду выполняют функцию кондиционера. Причем они поставлены не на максимальное напряжение, а где-то вольт на 5. И они в этом режиме, с одной стороны, бесшумны, с другой стороны, очень приятно обдувают спящего человека. Чего я вам желаю. Ну и, наконец, то, что, наверное, и привлекло как некая ярко окрашенная деталь уважаемого Герасима, это, собственно, система управления. Система навеяна, с одной стороны, больным воображением, с другой стороны, летным и прошлым, и настоящим, я еще и летаю, но является это имитацией не столько приборной панели самолета, как кажется на первый взгляд, сколько это измерительные приборы, радиоизмерительные приборы примерно 60-х, 50-х, 60-х годов. Во всяком случае, стилистика такая. На первый взгляд кажется перегруженной торпедой, но если присмотреться, здесь все достаточно функционально. Сверху это комплекс стандартных приборов двигателя Меркурия, расходомер и эхолот. Это управление, единственное, что здесь отличается принципиально от других катеров, управление не выключателями, а управление галетными переключателями. Это фара, ближний плюс дальний и, собственно, запуск двигателя, который осуществляется поворотом системы зажигания и вот. И вот мы обнулили. Радиостанция. Очень забавный, веселый прибор Вексилар. Это очень точный эхолот, которым я толком не научился пользоваться, но уже за 4 года начинаю. Вот, выглядит очень красиво и очень нравится, очень хорошо пускать пыль в глаза девушкам, на дальнейшие отношения с которыми как-то рассчитываю. Вот, на самом деле очень функциональный вот этот прибор, его сейчас сложно показать, это указатель состояния аккумулятора. Он, меряя импульсное сопротивление аккумулятора, показывает, насколько аккумулятор способен сохранять свою емкость, какая емкость в нем еще осталась. И, собственно, происходит заряд или разряд аккумулятора. Когда стоишь в автономном плавании, то это, естественно, важно, потому что на борту работает холодильник, который потребляет достаточно большой ток, и надо понимать, когда подбивать двигателем, если нет берегового питания. Вот очень забавный прибор. Это довольно сложная система, она состоит из нескольких блоков, антенны на палубе и, собственно, самого индикатора. Это радар грозы, так называемый грозолов. Вот сейчас вы видите действительно грозовые облака, где-то погрохатывает, и вот он сейчас приходит в себя, и вот этими точками он показывает грозовые облака на расстоянии до 300 километров, до 200 миль. Вот это маленькое колечко, это 100 миль, а вот это большое 200 миль. Ну вот между ними вы видите. Прибор только что включен, он приходит в себя минут 5, и я думаю, вот что... появляться начинают. Да, они начинают появляться, он, собственно, ловит вот эти тонкие электромагнитные колебания грозовых облаков, и вот он, когда он поймает 7 минут, через 5-10, у нас будет достаточно объективная картина. Ну, здесь же диаграмма количества топлива в баке и полетная карта. На самом деле это просто крышечка бардачка, в котором хранятся мелочи, которые всегда должны быть под руками. Вот, ну... Да, на судне есть еще, забыл сказать, здесь довольно продвинутая система ночного видения, которая сейчас, я думаю, что ее не очень хорошо будет видно, потому что камеры настроены на ночь. Все это выводится на монитор, действительно настоящий ламповый монитор, который стилизован под телевизор КВН 60-х годов. Ну, сейчас это показывать не очень, потому что камера рассчитана на ночное видение. Ну вот мы видим то, что впереди. Не знаю, удастся ли. Ну, задняя вообще не хочет видеть. Потому что задняя совсем ночная. Вот. Здесь же очень забавный прибор. Вот это, наверное, единственное, что не очень функционально, но очень прикольно. Это был приемник, имитирующий спидометр и спидометр культового мотороллера Веспа 60-х годов. Я думаю, что все люди старшего поколения видели этот узнаваемый такой фетиш. Ну, приемник был оттуда безжалостно выдран, установлены ламповые часы, стрелочный вольтметр. И, что очень удобно, ламповый индикатор, который показывает состояние аккумулятора, ну, примерно в данный момент. Но, во всяком случае, сидя, не вглядываясь в стрелки приборов, очень удобно индицировать, да, что сейчас происходит, зарядка, разрядка. А центральная часть – это люк, который получает питание по двум направляющим, ну и содержит в себе еще автономное питание, потому что на волне он иногда может прыгнуть, и питание пропадает. Здесь находится картплоттер сейва, инсталлированный в приборную панель, поэтому выглядит как декорация. На самом деле это стандартный прибор, единственное, на нем был очень неудобный кнюпель управления, поэтому поставлен авиационный кнюпель, вот рукоятки управления самолетом. Здесь же находится парочка штурманских светильников и, ну, собственно, и все. Это маленький монитор, который, ну, функционально он является практически спидометром, он показывает скорость, ну и так примерно указывает, где я нахожусь. Для старого хреново выглядящего владельца судна здесь существует такой выдвижной монитор, и поэтому, когда я хожу по неким неизвестным акваториям, включается большой монитор, выключается маленький, и вот здесь уже видно хорошо. И фактически вот по сочетанию двух приборов, ночного видения и картплоттера, в общем, можно идти в условиях полного отсутствия видимости, то есть в тумане, в дыму, такое тоже было, когда были лесные пожары, ну и, разумеется, ночью. То есть основное движение осуществляется по картплоттеру, но прибор ночного видения видит, ну, как минимум суда, а в общем даже те резиновые лодки, которые находятся на судовом ходу в темное время суток. Вот. Ну и вторая часть торпеды. Вот так упирается, очень удачно. Вторая часть торпеды — это, собственно, включение бортовых систем. Эта загадочная штука — это паникер, это то, что начинает в случае выхода параметров за пределы, там отсутствие масла, перегрева и так далее, начинает отчаянно орать и моргать красным цветом. Все остальное — это включение огней, водоснабжения и прочих систем судна. И печка Вебаста. Вот. А Вебаста вот здесь управляется. Да, поворачивается. Вот. Здесь же включается неплохая мультимедийная система с магнитолой и колонками Bose и телевизором. Здесь же находится очень удобная микрокухонька, защищенная от ветра, где даже на ходу можно приготовить что-нибудь. Если, конечно, волнение небольшое. Вот. В случае необходимости здесь вынимается упор, и крышка становится штурманским столиком, на котором, приготовив кофейку, очень удобно выложить. Для каждого предмета важный момент — Если когда-нибудь вы задумаете строить судно, очень быстроходное судно, которое ходит по волнам, очень рекомендую подумать о том заранее, что на нем будет, что, казалось бы, вторично, какая посуда, где будут вилки, ложки. Потому что здесь для каждого предмета есть свое отделение, и поэтому все это не гремит и не носится по судну при самом сильном волнении. Ну, симметрично еще одно отделение, где хранятся всякие мелочи, книжки, расчески и прочее. Спасибо. Вот такова, собственно, история и конструкция судна. Я с вами прощаюсь, а вас еще ожидают новости спорта и прогноз погоды. Всего доброго. Ребят, ну вот такой был потрясающий рассказ от Леонида Быкова. Леонид Быков является судостроителем, и вот такие лодки он строит сам. Если вам это стало интересно, в описании есть ссылочка на его сайт и на его произведение. То, что он создал, то, что он родил. И действительно, по-другому это не назвать. Вот то, что он воссоздал в этой лодке, свою детскую мечту, это, конечно, поражает. Может быть, и камера этого не передаст всего, но это действительно потрясающе. Мы вот второй день просто не отходили от него и просто просили рассказать. Но он как человек творческий и скромный, он вроде как не соглашался. Но в итоге мы его победили, и он нам рассказал вот эту замечательную историю про эту лодку. Ребят, я вам также расскажу. Этот же человек строил лодку для Муаммара Каддафи. Но об этом мы вам расскажем и покажем эту лодку в следующих сериях. Так что смотрите, не переключайтесь. Ссылочка есть в описании. Кому стало интересно посмотреть произведение Леонида Быкова, может быть, приобрести, может быть, заказать, может быть, да мало ли что может быть. Потому что это вещи, которых больше ни у кого не будет. Это индивидуальные вещи, выполненные сознанием дела и 40-летним стажем. Так что милости просим. Ну что ж, ребят, вот и закончился наш поход. Мы идем уже к базе. Сегодня уже не будет рыбалки. Быстро-быстро нас уже ждут. Там надо будет поднимать лодку. Попрощались с Леонидом Быковым. Замечательный человек, произвел наилучшие впечатления. И мне кажется, это не последняя наша встреча. Это может перерасти в некую дружбу. Ну что ж, ребят, хоть у нас и не очень жаркое лето в этом году, оно вот в конце июля началось, можно сказать. Но порой так хочется полежать, отдохнуть, кайфануть, тем более, если это происходит на воде. И в нашем арсенале появилась вот такая новая штука. А сделан он вот для чего. Делаем вот так, вот так и вот так. Опа, ложимся. И наслаждаемся солнечными ваннами. Это очень удобно. Называется эта штука Ланзак. Кому стало интересно данное приспособление для лежания, сидения. Надувается он очень просто. Это можно либо пробежаться. Вот можно вот так вот просто присесть, посидеть как в кресле. Колоссально удобно мне. Мы вот первый выезд берем с собой его, и настолько мне это понравилось, что я думаю, мы купим штучки 4 таких, и в походных условиях будем обеспечены комфортными креслами для прекрасного времяпровождения. Ссылочка на приобретение такой вещи, Ланзака, мягкого дивана надувного, там у него много есть названий, будет в описании. Сейчас Мишка придет, будет оценивать вам, рассказывать, как оно, насколько комфортно это. Ну, Мишань, приземляйся, да. Приземляйся на этот кром. Так. Ну как? Забудьте у меня часть канала. У меня здесь есть, конечно, место тоже посидеть, но оно не настолько комфортное, как это делает Мишка. Знаете, такое ощущение, что я вот, не знаю, я с парашютом ни разу не прыгал, но ощущение именно такое, тебя воздух держит. Приятно, все облекается. невесомость. А ты попробуй его вдоль вот так разверни и лечь. Это еще удобно. Как бренное тельце погрузится. Кайфушечки. Я его плохо надул, потому что ветра не было, а разбежаться он, смотрите, кстати, селитерчик плывет. Прям по курсу плывет селитер, лещ. Подлещик. Подлещик, да. Мишань, как тебе? Нет, я отсюда определенно не хочу вылазить никуда. Ты не хочешь никуда. Да, мне тут очень хорошо, комфортно, я могу себя приподнять на поверхность. Гусову сделали. А, подушку мне все испортили. Я вот прям буквально... Ножки засунуть, ножки греют, воздух нагревается от солнца, и ноги греются. Ощущение, конечно, непередаваемое. Знаете, такое ощущение, что я сейчас рожусь обратно. Как в этом, в утробе, да, лежишь? Да. Прям приятно все. Солнышко нагревает материал, и воздух прогревается, и тебе тепло, комфортно, очень хорошо. Вот вы видите, можете лицезреть белый городок, я вам сейчас покажу. У нас работает камера 360 и работает обычная камера. Вот для тех, кто смотрит обычное видео, для тех недоступно будет вот этот круговой обзор, который возможен на камере 360. И можете посмотреть вот это судоверфь белого городка. Здесь, помните, по нашим выпускам стоял военный корабль. Который Дружный. Да, Дружный. Его название было Дружный, который уже распилили, и он пошел на слом. 68 тысяч лошадиных сил у него было, он глиссировал. Это огромная такая махина была, сумасшедшая. Вот. Ну, я надеюсь, что места пусто не будет, и на его место придет новый современный корабль, который будет защищать рубежи нашей Родины. Полетело. Тут тонкая пленка полиэтиленовая, а держит всю эту конструкцию материал. Арматура. Да. Вот, присаживайся. Слушайте, очень комфортно. Хорошо, очень комфортно. Очень комфортно. Троллить будет одно удовольствие. Ты заигрывать начинаешь, Михаил Ильич. Я проверяю, это с девушками так надо. Я проверяю, как работает закон. С девушками так заигрывать надо. Со мной не надо. Под вами же не... Пустота. Да. Нет никакого контекста. Честно говоря, надо заканчивать с обзором Ланзака и прочего. Но, ребят, вставать не хочется. Хочется так вот лежать и лежать, а оно будет плыть и плыть. Это просто... Мишка сейчас туда раз и улетел, да? Да, кстати, это вот неплохой аттракцион на воде еще будет. Это вот можно будет на воде лечь в него и просто плыть. Получать удовольствие, купаться детям. Казалось, без куска тряпочки и полиэтилена сделать такую замечательную вещь. Раскрываем замок, раскручиваем его и берем за заднюю часть, разравниваем и начинаем скручивать просто. Вот так вот. Очень просто, быстро. Насколько это комфортная штука, я вот даже, честно сказать, я не ожидал, что это будет настолько удобно. И у нас теперь они будут обязательно и в вездеходе тоже. Будем их использовать, потому что вот, то есть вот такой вот сверточек получается. У него есть чехольчик. Совершенно разные цвета, есть яркие, интересные, есть и камуфлированные, и коричневые. Все, вот наш диван упаковывается вот в такую вот сумочку удобную, хочешь на плече, хочешь в руке, хочешь в рюкзак, или к рюкзаку прицепил, все, пользуешься. Кому понравилась эта вещь, кто хочет взять ее себе на вооружение, милости просим, ссылочка под этим роликом. При заказе именно по этой ссылке вы еще и поможете каналу, потому как некий небольшой процент с продаж будет поступать в фонд канала, деньги, которые мы тратим на развитие нашего канала. Большое вам спасибо, сейчас мы пойдем, уже нас ждут. И на камере 360 будет достаточно красивое путешествие по реке Хоча. Именно вот в таком вот обзоре на глиссере. Оно само все встанет. Нормально едет. Ребят, было не просто достать опять катер из воды. Ну, мы старались, у нас вроде бы получилось. Всего вам хорошего, до новых встреч. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо, пока.